Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня покажу, как сделать бюджетную альтернативу дорогим шарикам для унитаза. Подписывайтесь на мой канал и смотрим. Берем миску для смешивания. Отправляем в нее 3 столовые ложки кальцинированной соды. Первый раз можете сделать по ингредиентам, по количеству, а второй раз уже будете делать все на глаз. А также добавляем 3 столовые ложки обычной пищевой соды. Сюда же отправляем чистящий порошок, любой, какой у вас найдется. У меня самый дешевый, также 3 столовые ложки. То есть берем в одинаковых количествах. Далее добавляем 1-2 столовые ложки ополаскивателя для полости рта, 1 столовую ложку зубной пасты, также можете брать любую, самую дешевую, и 2-3 столовые ложки любого моющего средства для посуды. Также можно брать опять же самое бюджетное средство. Перемешиваем все деревянной палочкой до однородности. Можно ложкой, не обязательно палочкой мешать, просто мне удобнее деревянной палочкой. Одеваем перчатки, продолжаем вымешивать, а далее вымешиваем уже руками. Нужно смотреть, чтобы консистенция была немного липкая, то есть примерно как пластилин. Когда консистенция уже липкая, начинаем формировать наши шарики. Поверхность застилаем бумажным полотенцем. Формируем руками шарик, соответственно, размером с втулку, в который вы будете вставлять от предыдущих шариков. Хорошо их сжимаем, смотрим, чтобы не было трещин. И выкладываем сушиться на наше бумажное полотенце. Из данного количества ингредиентов получается шариков на 3-4 заправки. Сушиться оставляем на батарее, ориентировочно на сутки. Я делала в обед, вот на следующее утро они уже закаменели, то есть ими уже можно пользоваться. Я рада, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, ставьте пальчик вверх. До новых встреч! Пока-пока!